Это кафетерий, который в нашем отеле. Мы тут пили кофе, пили чай. А сам отель, он немножко вон он отель виден. На горе. В этом корпусе, который сейчас виден, мы в нем живем. Сейчас находимся вдалеке от больших трасс. Это детский уголок, детская площадка. Я молодцы, все бесплатно сделано, бесплатно дают санки. Если кто замерзнет, можно погреться в таком домике. Внутри горит огонь, внутри дают бесплатно сок. В этом домике можно же на огне пожарить маршмеллоу, который там есть. В этом же домике есть салфетки, чтобы вытирать нос или вытирать руки. Вход в эту площадку совершенно бесплатный. Есть туалеты. Очень красиво оформлено. Внутри красиво оформлено. Здесь же, на детской площадке, есть вон, подъемники детские. Если детишки хотят покататься на лыжах, на горных, вот, они идут на вот такой маленький подъемник. То есть он не такой маленький, он длинный, но не крутой. Организовано великолепно. No crying he made. И это сама Ли готовится к поездке. Ну, вперед. О, первый пошел. Они вдвоем. Вместе с мамой. Кто из них доедет? Малышите, блядь. Курорт Леви. Амали не доехала его своим ходом. Молодец. Мама тоже не доехала. Вон, Амалия катится с горы. И за ней мама катится с горы. Сейчас на кого-нибудь собьет. О. Вон она, мама. Здорово.
Сок. Вот здесь. Хочешь? Это тот же самый. Налить? Не хочешь? Салаты. На. Поджарь. Класс! А вот здесь основная трасса. Можно и на лыжах, и на сноуборде. Вон там катаются. Я видел, как прыгают здесь. О, сейчас прыгнет. Еще прыжок. Класс. Я не так съехала. Ну давай, как съехала. Катись, сделай как надо. Сделай как надо, давай. 6 часов. Не у них спешать на пару минут. Или у нас стоит. Давай. Молодец. Молодец. Получилось. Пошли. Маська, пойдем.